Ну, если посмотреть на нашу страну, страна с огромной историей, с огромным культурным наследием, огромные географические пространства. Все ископаемые, какие только могут быть, все у нас есть. Умные, образованные, трудолюбивые люди. Ну, не хватает, казалось бы, совсем немного для того, чтобы мы жили счастливо и богато. Я верю, что в России есть будущее. Я верю в то, что вот какой-то экономический спад, который мы сейчас переживаем, носит временное явление, что мы выйдем на высокие темпы развития. Я верю в то, что наша элита найдет все силы и будет работать для блага не только лично себя, хотя в этом ничего плохого и нету, но и для блага каждого россиянина. Поэтому, друзья, нету никаких поводов куда-то уезжать. Давайте жить в России, давайте вместе делать ее счастливой, богатой и процветающей страной.